Под председательством исполняющего обязанности главы Десногорска Александра Новикова прошло плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. 29 сентября представители городских служб доложили о текущей эпидемиологической ситуации. 20 человек, из них 3 с подтвержденным ковидом, 18 пневмоний. Амбулаторно под наблюдением находится 9 человек с положительным ковидом без симптомной формы и пневмонии. Рост по ковиду незначительный, а по пневмониям он за сегодняшний день достаточно значительно. Вступило сразу 7 человек. За весь период этого года, по данным ФМБА, в Десногорске отмечено 346 случаев заражения коронавирусом. Учитывая текущую негативную тенденцию по распространению инфекции, так 29 сентября в Смоленской области поставлено 17 диагнозов COVID-19, предложено активнее соблюдать ограничительные меры как в Десногорске, так и в местных организациях. Вышло постановление главного государственного санитарного врача по Российской Федерации. Все люди, которые возвращаются из-за границы, в настоящее время должны сдать тест, но уже здесь не определен срок 3 дня. В общем, выходят они на самоизоляцию до того периода, когда получат результаты теста. Продолжается уборка городской территории с применением специальных дезинфицирующих средств. Местным жителям все так же рекомендовано использовать одноразовые маски и соблюдать личную дистанцию. Также обсуждается запрет на обслуживание посетителей в магазинах без средств личной гигиены. Нынешние ограничения по коронавирусу на Смоленщине продлены до 13 октября.